Сегодня вашему вниманию 5 интереснейших сериалов июля 2022 года из мира западного кинематографа. Эти проекты помогут вам скоротать время и поднять себе настроение. Не забывайте поддерживать с видеолайком. И давайте начинать. Бо, сучка. История о старшекласснице Эрике, которая вела ничем не примечательную жизнь и вдруг решила выйти из тени и зажить с эпическим размахом. Однако этот план быстро идет наперекосяк, когда она просыпается на следующий день и обнаруживает, что призрак. Девчачья комедия, не претендующая, конечно же, на Эмми, но если вам нравятся такие проекты, как «Чокнутая бывшая» или же сериал «Неуклюжая», вам определенно стоит посмотреть и этот проект от Netflix, который выходит 8 июля. Испанские сериалы, как правило, прекрасны. И вот один из них – «Самая длинная ночь» от Netflix. Это триллер из 6 серий, действие которого развернется в психиатрической тюрьме Монте-Барука. Туда на одну ночь доставляют серийного убийцу Симона Лаго, чтобы утром перевести его в другое место. Но вечером группа вооруженных людей неожиданно окружает тюрьму и обрубает связь с внешним миром для всех, кто находится внутри. Их главная цель – вызволить Лаго. Если охрана выдаст его, то штурма не будет. Но Хьюго, директор заведения, отказывается выполнять требования и готовится держать оборону вместе с персоналом. «Милые обманщицы. Первородный грех». HBO Max. Мистические сериалы, ориентированные на подростковую аудиторию. Четвертая франшиза «Милые обманщицы». Синопсис таков. 20 лет назад серия трагических событий чуть не разорвала на части город Милвуд. В наши дни разношерстная группа девочек-подростков шантажируется неизвестным и вынуждена платить за тайный грех, совершенный их родителями 2 столетия назад, а также за свой собственный. В мрачной, вызывающей ужас драме «Первородный грех» мы оказываемся за много миль от Розвуда, но в пределах существующей вселенной «Милые обманщицы», в совершенно новом городе с новым поколением маленьких обманщиц. Чтобы поймать зрителя на крючок, покажут сразу 3 эпизода. Вы знаете, каково это? Совсем ничего не помнить. «Поверхность». Apple TV. 29 июля. Релиз. Премьера 8-серийного психологического триллера, спродюсированного Риз Уизерспун. После продолжительной попытки самоубийства Софии получает травму головы и теряет память. Пытаясь восстановить свои воспоминания с помощью мужа и друзей, София начинает сомневаться в идеальности своей безупречной, на первый взгляд, жизни. Используя неожиданные повороты сюжета, триллер задает вопрос: что будет, если однажды вы проснетесь и не сможете узнать свои собственные секреты? Это история самопознания, которая призывает подумать о том, запрограммированы ли мы заранее стать теми, кто мы есть. Или мы сами выбираем свою идентичность. В день премьеры покажут сразу 3 эпизода. Ну а завершает нашу подборку интересная премьера от платформы Amazon Prime Video. Это научно-фантастический драматический сериал «Газетчицы», основанный на одноименной серии комиксов Брайана К. Вона и Клиффа Чанга. 4 юные девушки, разнося газеты утром после Хэллоуина в 1988 году, невольно оказываются втянутыми в конфликт между враждующими группировками путешественников во времени. Девушки отправляются в путешествие во времени, приключение, которое должно спасти мир. Странствуя между настоящим, прошлым и будущим, они сталкиваются с будущими версиями самих себя и теперь должны принять или опровергнуть свою судьбу. Все серии можно будет посмотреть в день
премьеры. А именно произойдет это 29 июля. Друзья, если вам по душе российские сериалы, буквально в несколько дней назад на моем канале вышла подборка самых громких премьер из мира отечественного кино. Обязательно посмотрите этот ролик, очень советую. А также не забывайте подписываться на канал Горинов «Мир анонсов». Здесь мы говорим о самых ярких премьерах. Всем хорошего настроения и любви огромной. До новых встреч и спасибо, что смотрите. Эрика, ты как? Боже, как так? Почему я там и одновременно тут? Я призрак? You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.